Ну что, всем привет, с вами я, Забоевитр, мы дальше продолжаем Beer Factory играть. Да. Так, экспортируйте 50 мешков. Мешков, а доставка есть к нам или нет? Вроде бы должна приехать, да? Я что там заказывал? Тележка. О, есть промышленный рынок. Можно простой поддон заказать. Пустые бутылки еще? Оу. Придется бутылки, походу, заказывать тоже для продукции. Я так понимаю. Ну, подожди, сейчас должен приехать. Ему нечего делать. Я что-то не вижу. Она приедет вообще? Интересно. Я покупал или нет? Блин, не помню. Ладно, давай заново куплю. А вдруг я не купил, просто забыл. Вроде покупал или не? У меня 1700 вроде было. Что еще? Ладно. Ладно. Так, 50 мешков, да? Это на 500 долларов. Нормально. В принципе, норм. Уже было 40... 48. Это два поддона было. А сейчас еще один лишний, так сказать, поддон будет. Не, походу я все-таки не заказывал ничего. Лишний поддон будет с двумя мешками. Так, окей. Все, он у нас работает. Поехали по еще один. Какой? Ой, перебили меня опять, блин. Так, окей. Давай еще один привезем. Походу он и еще один поддон привезет. С двумя мешками. Блин. Нафига я заказал? Так лучше бы уже два поддона, да и все. Ай, ладно. Шо поделаешь, шо поделаешь. Так, ок. Заезжаем. Нормально. Сейчас он встанет. Сейчас он встанет. Все. Так, нормально. Блокируем. И выезжаем. Вот. Ой, стой. Давай нормально. Нормально. Такс. Ну, в принципе, нам пока что нечего делать. Сейчас он пока перекинет, мы поддончик возьмем, кинем. И можем его, кстати, тоже поставить на ту часть. Чтобы он стоял, держал, блин, поддончик. Ну, не поддончик, а управление там. Переработанные мешки. Давай уж, докидывай. Все, последним забираем. Да ёлы-палы. Все, можем его, в принципе, сюда кинуть. Пускай здесь стоит управление, назначь рабочее место. Его нужно улучшить, чтобы он мог вставать за эту хрень.
Поехал. А мы сейчас пока, наверное, сами подкинем. Разблокировать, ага. Поехала. Главное успеть поддон кинуть новый. Потому что там накидает, блин, вообще просто. Так, вроде хорошо иду, да? Плохо. Так, давай я сниму его, походу, с этого. Заберем сразу. Сейчас он докидает. Давай, давай, там последние остались. Практически. Вот это, по-моему, последний. Ага. Ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас докинет, а мы как раз отвезем. И нормально будет. Главное, чтобы они не начали там конфликтовать, так сказать. А то куда-то как зашвырнуться. Я помню, первую версию пролога играл. Там вообще с мешками жопа была полностью. Они по всему цеху туда-сюда, блин, просто летали. Жесть, конечно. Капец. И даже мешок нельзя взять с машины. Вот что тоже не очень, конечно. Типа я мог бы палетку забрать. Это еще по одному мешочек скидывать, палеточку забрать. А так выходит, что ну не выходит. Как-то так. Нужно сначала выгрузить с машины, а потом уже. Аж потом ты только это заберешь. Ну, короче. Так, оно там уже грязное, да? Ой, ёлы-палы. Да что ж такое, блядь? А где еще один? Ага, вон он лежит. Блин, мусор нужно поубирать здесь тоже. Так, впадло его туда кидать. Я думаю, еще с поубираем можно. Блин, плохо ставить работника на уборку мусора, потому что он так его долго убирает. То есть пока он его уберет, ты его намного быстрее уберешь сам. Да что такое? Я не цепляюсь. Ну что за дела? Блин, это все мешки мне сейчас придется самому, да? Бля, 4. Ты шо? Ладно, я если что, потом сам как-то уберу его. Да, ты все там убрал? Он с палетки не. Ну, с этого не берется, вил. Нужно именно поставить, да? Ну да. Ладно, сейчас возьмем и перекинем его. Давай на новую, наверное, накинем. А потом с той перекинем сюда. Ну да, я думаю, так лучше будет. Все, что ты отдыхаешь? У нас здесь еще работы
Я офигею. Сколько ему должен заплатить? Не. А, это стоимость этого улучшения. Давай. Хорошо. Что, опять грязно? Почему вот? Что случилось? А, подожди, это все походу. Ну да, это полный. Таких два должно быть. Это один застрял, что ли? Что-то непонятно. По идее, еще где-то должен быть один. Ну, походу, он потерялся. А, что это мне показалось? Я думал, там снизу он лежит. Так, ладно. Где-то, короче, один потерялся. Либо он не дожал, слушай. Да не, нормально все. Короче, опять эти пропадающие мешки, блин, поддоны и все эти дела, блин. Ну, это нам не помешало, кстати, выполнить. Да. Мешочек могу докинуть, продать? Или уже так оставить? Может, туда и больше влазит, кстати. И он так не продается. Нужно на поддоне, чтобы оно было. Давай сюда положу. На всякий случай. Такс, хмель. Ну, нам денег нужно сейчас заработать. Так, вот это, да? Ёлы-палы, какое оно огромное. Офигеть. Купите и разместите бродильный танк. Здесь купить нужно? Серьезно? А, вот, пивоварня. Стоимость улучшения, новый объем. Так это менеджер воды. Сколько у нас там? Запас воды 100, вместительность резервуара 1500. Блин, да нам не хватит купить, слушай. Давай вот так вот сделаем заказ. Включая налог, 106 выходит. Плата за доставку. Офигеть. А как его? А, выбрать форму.
Ничего не видно. Да, подожди, а как его добавить? Ага, вот это мы убираем. Масштаб. А, вот здесь нужно было. Положение. Почему он такой маленький? А, вот масштаб. Вот это уже цвет. Почему-то он не меняется. А, вот здесь. Светлее или темнее встает. Все. Типа цветастости вообще нету. Странно. А, вот. Так, новая рецептура. 100 литров, давай 10 литров. Так, купите, разместите бродильный танк. Это, наверное, вот так нужен, да? Бродильный танк. Купить. $500. Шли $500. У меня же ничего нету, блин. У меня же ничего нету. Мне надо переработать. Чтобы получить денежку хотя бы какую-то. Пошли возьмем, наверное, контракт какой-то. Доставка, договор. 20. Ой, 18 нужно переработать. Хорошо, 18. Солода, да, там? Сырого солода, да. Восемнадцать. Заказ пошел. Давайте пока поставим его на уборку. Пока мы там его достанем, доставим и так далее. Пускай немножко поубирается. Главное, чтобы я его потом нашел. Если куда-то пойдет, пропадет. Очередная зарплата через 9 минут будет. Окей, окей. В принципе, мы к этому готовы. Главное сейчас по-быстрому контракт выполнить, 500 баксов получить. И да потом следующий, наверное, возьмем. Денег-то все равно нет. Так, мужчинчик, подойдите ко мне. Я вам назначу работку. Так, поехали. Окей. Блин, нужно кофе бахнуть. Бахнуть нужно кофейка. Блин, почему здесь так много мусора? Я ничего не поубирал. Так, пивоварня. Популярность 58%. Это плохо, конечно. Вообще, что нам нужно? Нам хмель нужен. А как его рассчитать, непонятно. Может, его нужно... А, мне ж... я ж не купил танк еще. Бродильный танк.
Вы поняли, да? Я даже кофе не выпил. Офигеть. Просто пошел туда и забыл. Просто пошел и забыл. Зачем я опять сюда, блин? Мне вот сюда нужно. Мне нужно вот сюда, а не туда. Так, вкусный кофеечек. То мы теперь быстро бегаем. Ой. Блин, странно, что возможность бега вообще отключается, когда мы не выпили кофе. Вот это странно. Типа, можешь было сделать бег, но не такой быстрый. А каждый раз бегать, вот это кофеечек пить, ну это, конечно, немножко раздражает в некоторых моментах. Все, красава, ты смотри. Некоторые попадали, блин. Сколько там еще? Все вроде бы. Ну да. Как бы да, как бы да. Давайте вот этот еще заберем, наверное. Так-с. Влезет. Должен влезть. Ну да. Не пользуюсь я этим погрузчиком вилочным. Так, окей. А, выполнено. Плюс дали нам немножечко денег. Договор. Да, договор. Есть 24 очка репутации. О, 4 уровень. Новый слот контрактор разблокирован. Можем уже танк купить, в принципе. Санитарная инспекция, первый раз вижу. Санитарная инспекция была. Охренеть. Вроде с этой стороны нормально, да? Не нужно же больше. Я думаю, не. Зачем? Так, хорошо. Вот такой у нас танк нейм. Закажите воду на компьютере. Хорошо иметь больше, чем нужно. Окей. Ну, мы там на 10 литров, по-моему, рассчитывали. Это так, чисто проверить. Чисто проверочный момент. Чисто проверить, как оно что делается, чтобы не засрать 100 литров, допустим. Так, заказать воду. Простаивание начать. Солод. 10 литров, да? Давай. Дробленый солод нужен. Дробленый солод нужен. 3 штуки, да, там написано? 3 штуки, хмель и дрожжи. Так, дробленый солод. 3 штуки. Потом хмель. Давай по пятерику все закажем, а потом уже докинем там.
А, есть дробленый солод, кстати. Хмель, дробленый солод. И дрожжи. Ого, а чё они так дорого стоят? Так, вот так, вот так и вот так. На 390. Ладно, экономим. 350. Вот это вот так сделаем. Окей, я надеюсь, они не в отдельных придут. Да у нас, блин, воду все равно придется заказывать походу. Клапан в работе, ждите, написано. Может, я заказал, просто там клапан нужно открыть. Не? Да, да, кстати, да. Все, пошла водичка. Сколько я там заказал? 300 или 500? Точно не помню. Ладно, пускай набирается. У нас там доставочка новая приехала. Я надеюсь, оно не в отдельных палетах, а все вместе, но скорее всего в отдельных. Скорее всего в отдельных. Я так и думал, в принципе. Ладненько. Сейчас десяточку сварим, посмотрим, как оно варится. И потом уже побольше закажем. Сделаем, точнее, побольше. Потому что сейчас можно денежки полинять, конечно. Наверное, неплохо. Поспешно, блин, все делать, конечно. Не очень хочется. Так, ладно. Куда его, как закидывать, я вообще не в курсах. Так, это хмель у нас вроде бы. Так, давай поднимаем. А это дробленый солод, да? Крашит молд. Ну да. Дробленый солод. Хотя мы могли бы и так, в принципе, сами его сделать. Дешевле обошлось, наверное. Ну да ладно. Так, берем предмет с поддона и пошли его закинем, наверное, туда, я так думаю. Нужно его туда закинуть. А, да, точно, точно. Смотри. Ой, чё, как его положить, отменить вращение. Да что, откуда ты упала, блин? Как это делать?
Подожди, это тот хмель, который нужен или нет? Ты крашит. Так нет, там же другого и нету, в принципе. О, что-то непонятно. Хотя кофе до сих пор действует, слушай. Нормально вроде бы. Блять, опять закажите воду на компьютере. Без этого задание не выполняется, да? Пиздец, блин. Давай вот это возьмем. Может, там по очередности нужно? Мне кажется, по очередности. Да еб... Она мать. Это нужно было все ввести, короче. На этом. На погрузчике. Что-то подсказывает, что нужно, наверное... Да, по очереди. Потом дальше хмель идет. Или не? Да не, походу не хмель. Дальше походу. А, их же трое, ну их же три штуки нужно, ё-моё. Их же нужно три штуки, ёптка мать. А я по одну кинул, думаю, о, очередность. Конечно, очередность. Не знаю, насколько это быстрее, блин. По-моему, туда дорога слишком большая, длинная. Слишком далеко ехать. Но... Такс, выехал я там. Только мне заново пришлось ехать. Так, ладно. Закинули еще одна, вроде бы. Хорошо. Потом... Ой, оно туда что-то обрабатывает, да? Затирание идет. Блин, ну в таком... А если объем побольше? Что, это будет дольше намного? Сколько? 1 минута примерно, да? Давай не будем время тогда тратить, я поеду. Блять, там бомжара этот пришел. Что не день, то праздник. Кстати, круто, его можем высоко довольно поднять. Вот так сразу решил он отлить. Да я мою шею постоянно застреваю. Нужно просто немножко приловчиться здесь поездить, и нормально будет. Я думаю. Падла. Ну и падла, конечно. О, это же дрожжи. Окейушки. Окейушки. Денег у нас мало. Все потратили, блин. Чтобы произвести одну 10-литровую продукцию. На 10 литров.
Ну да ладно, нужно проверить, как оно работает, а потом уже в более таких масштабах обширных. Потому что я не вижу смысла делать сразу много, когда ты еще немножко не разобрался. Чтобы потом не тупить. Или не напортачить, не знаю. Хотя как там напортачить, не знаю даже. Ладненько. Блин, интересно, можно его вместе возить? Две палеты там взять. Хотя, наверное, нет. Ладно, давай еще дружи возьмем. По-быстренькому сами докинем туда. Все равно одни нужны. А, вот сюда можно закинуть их. А как туда ставить? Туда нужно внутрь зайти. А, ну да. Смотри. А-а-а. Их здесь много, кстати. Слушай, неплохо. Да я даже очень даже много заказал. По идее. А там нужна вот эта одна, наверное, такая. Упаковка. Так, хмель нужно закинуть. Пошла жара. Еще минутку нужно подождать. Вышли, опять сгоняем, наверное, за этим. За дрожжами. Ну, либо... Либо возьмем контракт, выполним. Подожди, а вот эти... Не, надо там не ставиться. Стеллажи. А, мы ж можем инвестора взять. И да. Кстати, да. Здесь 28-15 сырого солода принять. Сколько мы можем взять? А, по 15. Нужно 15, да? По 15 долларов нужно 15 мешков. Берем контракт. Ой, инвестор. А потом мы деньги эти вернем. 15. Давай больше, давай 24 плюс заработаем денег. Блин, как же он медленно без кофе ходит. Писец прям. Ау, побежал. Он побежал. Хорошо. Закажите поддон хмеля, при необходимости можно сказать больше. Я как бы поспешил, да. Я с этой стороны поспешил, кстати. Наперед все заказал, нужно было по заданиям идти. Угу.
Шо я заказал? Шо я заказал, бляха? Крашит хоп? Я ж не то заказал, по-моему. Крашит хоп. Серьезно? Раздавленный солод. Блин, у меня вкладка. Ой, твою налево. Как его продать можно? Серьезно? Окей, ладно. Так, окей, все то, что нужно. Пиздец, блин, это ж нужно было заказать. Так, поддон хмеля, слушай, я что, не хмель заказывал? Крашит хоп, это не хмель? Это ж вроде хмель. Ну, хмель, а почему оно не зачитало задание? Ладно. Так, по-моему, там уже выполнилось. Так, кто быстрее, наверное, с офиса будет быстрее. И еще минутка, да? Не видно ни черта на той панели. Уже либо потемнее сделать как-то, либо поконтрастнее как-то. Что такое? Либо яркость поменьше сделать, короче. Лады. Окей, опускаем. Фуля. Да. Здесь нужно просидеть очень-очень долго. Чтобы что-то выполнить, типа, когда ставишь, пока топка, все. Блин, положись. Ага. Все, работай, чел. $22 я ему торчу. По идее, у нас уже должно было свариться там все. По идее. Минута что прошла уже, наверное, давно. Да? Хранение. Хранение в процессе выполнения. А как мы его хранить будем? Там всего лишь 10 литров. Интересно, насколько можно 10 литров продать по деньгам уже готового пива? Хранение. А как его достать оттуда? Вопрос.
Или хранение тоже должно какое-то время пройти. А, так там еще ничего не произведено, кстати. Так. Ладно, заказываем поддон хмеля. Заказать поддон дрождей. Стражами и хранение ее. И хранить ее. Окей. Так, сейчас мы перекинем. У нас, значит, рабочее место. Давай его сюда перекинем. И выполняет. А мы пока дрожжи откинем. Кстати, довольно удобно здесь сделано. Подойдите к компьютеру и запустите первую партию пива. А, ее еще запустить нужно, оказывается. Оказывается, нужно первую партию еще запустить. Вы бы лучше сказали, где запустить ее. Новый объем, новая скорость наполнения. Процент заполнения 18%. Слушай, а ее случайно не нужно полностью? Популярность почему-то падает. Но... В смысле, я удалил, что ли? Я думал, слева там... Я думал, слева там cancel. Типа отмена. Ай, ладно. Давайте, я раз уж... Раз уж я понял уже, что куда вода 400 литров нужно. Ёлыпа. А, вот внешний вид. Здесь нужно было выбрать, в чем оно будет. Хорошо. Recipe name. Подожди, давай выберем солод. Поменьше, наверное, докинем. Побольше хмеля. И дрожжей немножко меньше. Где-то процента 3 хмеля. Давай побольше тогда докинем. Чтоб солода где-то процентов 65 было. Окей. Всего $800 получается. Дробленый солод есть у нас? Есть. Мы уже его, в принципе, сделали. Ну, там на задание. Половина всего есть, в принципе. А почему я логотип не могу выбрать? Подожди, где он? Ага. Вот это только нужно вот здесь, да? Ага. Бир. Популярность 70%, кстати. Специи отсутствуют. Будет называться Аката. Но эту партию мы уже сделаем в следующей серии. Части, блин. Какая серия, блин? Следующие части, короче, сделаем. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, The Boy Vitor. Всем пока-пока.